В школе ДСААФ прошло посвящение ребят в курсанты. Здесь они пройдут обучение, чтобы стать в дальнейшем полноправными участниками дорожного движения и подготовить специалистов, которые совсем скоро пополнят ряды российской армии. Учебный год начинается для курсантов ДСААФ с 1 октября и проходит ровно год. За это время планируется подготовить 87 ребят для службы в вооруженных силах Российской Федерации. Школа ДСААФ дала очень много подготовленных кадров для наших вооруженных сил. И поэтому я надеюсь, что ваше обучение в автошколе пройдет с пользой для вас, что вы подготовитесь в полном объеме, получите весь объем необходимых знаний и уже будете признаны в ряды наших вооруженных сил Российской Федерации в ранге уже готовых специалистов. Вся надежда на вас, чтобы вы впитали все знания, которые вам здесь дадут преподаватели, влились в строй вооруженных сил Российской Федерации, показывая выучку, воинскую дружбу, коллективизм, чтобы нас уважали. Ребятам предстоит освоить здесь три специальности. Это водитель транспортных средств категории С, водитель транспортных средств категории Д и также механик. Процесс обучения ожидается насыщенный. Ребята пройдут курс теоретической и практической подготовки. В теоретическую подготовку будет входить подготовка по знанию правил дорожного движения. Они пройдут курс устройства автомобиля, пройдут весь курс практических занятий обслуживания автотранспорта и непосредственно курс вождения на автомобилях, которые здесь представлены. Курсантам предстоит сдать внутренний экзамен, который будут принимать представители Министерства обороны, и в последующем экзамен окончательный с участием сотрудников ГИБДД. Отведали участники и гости посвящения солдатской каши, и, несмотря на ненастную погоду, показали свою готовность к преодолению любых неблагоприятных условий. Юрий Ценин, Максим Соколинский, новости. ТВ рассказывал.